Приветствую! В этом видео Олимпиада 2021, которая должна пройти в период с 23 июля по 8 августа, вновь под угрозой отмены. Не забудьте поставить палец вверх и подписаться на канал. Поехали! Все ближе главное событие этого года – летние Олимпийские игры в Токио. Олимпиада должна была состояться еще год назад, но ее отменили из-за пандемии коронавируса. Спортивное сообщество начинает возвращаться к обычной жизни, но все еще проведение игр в Японии остается под большим вопросом. Ранее стало известно, что глава Международного олимпийского комитета Томас Бах не вылетит в Токио для принятия участия в церемонии эстафеты Олимпийского огня. Японские власти продлили чрезвычайное положение в стране, вызванное распространением коронавируса, до конца мая. Российским фанатам уже начали возвращать деньги за билеты, так как проведение турнира планируется без иностранных болельщиков. О проведении Олимпиады высказались сами граждане Японии. Был сделан опрос, по результатам которого 59% жителей недовольны решением правительства о проведении Олимпийских игр в этом году. Ситуация с коронавирусом в стране напряженная, и игры могут только усугубить ее. Однако все идет к тому, что Олимпиада все-таки состоится. Как заявил представитель директора по коммуникациям МОК Марк Адамс, в Международном олимпийском комитете уверены, что японцы изменят свое отношение к Олимпиаде и будут рады старту соревнований этим летом в Токио. Понятно желание правительства Японии, если не заработать, то хотя бы компенсировать затраты на проведение Олимпийских игр. Зрители также будут рады насладиться соревнованиями. Главное, чтобы в приоритете было здоровье людей.